Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Подражатель». Кто может найти убийцу лучше, чем тот, кто совершал подобные деяния? В сериале «Подражатель» маньяк решил повторить успех женщины, орудовавшей 20 лет назад. С какой целью он стал подражателем, чего он хочет, славы или быть пойманным самой преступницей, которую он копирует? Ведь он точно знает, что Анастасия Перевезенцева стала консультантом в этом громком деле. И многих зрителей интересует вопрос, когда состоится дата выхода второго сезона сериала. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу, или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. К сожалению, недостаточные рейтинги первого сезона могут повлиять на решение руководства сериала «Подражатель» закрыть проект. Даже игра таких прекрасных актеров, как Евгений Дятлов и Евгения Крюкова, не спасли картину от скучности и банальности. Отзывы зрителей и кинокритиков сошлись во мнении, что сценарий не оказался блестящим, а съемки большинства сцен слишком затянутыми. Несмотря на это, о продлении сериала решение будет принимать только его создатели. Нам остается лишь ждать официальной информации. Как только появятся новости, мы обновим нашу информацию. Следите за нашим каналом. Если вам понравился сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.